Сегодня у нас задача с вами не акцентировать на хореографии, прекрасно провести время со своими детьми и почувствовать то, чем они занимаются, и вникнуть вообще в такое творчество, как танец. Многие родители всегда болеют за своих детей, но они не до конца понимают, что это такое и как они переживают порой за то, что делают. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. With Хорошо. Pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. А мне очень понравилась идея, чтобы родители потанцевали с детьми. Это такое уникальное событие, которое дарит всем, и тем, кто танцует, и тем, кто на это смотрит, такое тотальное настроение добра. Вот, у всех хорошие эмоции, хочется еще больше обнимать детей своих. Вот, сближает очень сильно. Мы получили от мастер-класса Маши очень много удовольствия, очень эмоции такие, вдохновение такое. Я ей очень благодарна. Спасибо за проект этот, что вы его организовали, что вот его придумали. Это здорово. Добрый день. Здравствуйте. Мы приветствуем вас на нашем проекте «Мама, папа, я танцующая семья». Расскажите, как вам впечатление и как вам класс Ксюши Алексеенко? Все было здорово, понравилось. Мама поняла, что танцы – это не так просто, хотя тоже раньше танцевала, но под монатика очень тяжело. Ну классно, мокрые, заряженные, поработали в паре, поссорились, помирились, все было замечательно. Скажи, пожалуйста, часто ли ты танцуешь с мамой или с папой? Нет, это первый раз. Здорово, первый раз. А у папы какие впечатления были? Его нет в кадре сейчас, но он тоже танцевал сегодня? Он хотел брейк-данс танцевать, но пришел на хип-хоп. Ничего себе. Ну тогда спасибо вам большое. Ждем вас на следующих классах DDC. И раз, и два, и три, четыре, пять, шесть, восемь. И раз, два, и три, четыре. Дальше. Расскажите, как вам класс Дениса Миргоязова и как вам вообще семейные классы? Расскажите. Супер. Очень понравилось. Очень много энергетики, очень много драйва. Денис просто молодец. Организовал все на высшем классе. Часто ты с папой танцуешь? Нет. А сегодня какие ощущения были? Классно. Классно. Еще хотите? Конечно. Тогда ждем вас. Да. Спасибо большое. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that